Двое. Два чевака. Я что, плохо пострелял сейчас по нему? Я же по нему все попал. 13 попаданий. Ничего вообще не дефнула броня. Он меня убил дефолтными патронами. Меня чел перестрелял стандартными патронами на М-ку. Я дал 13 попаданий. Допустим, я издалека по тому челику, которого вдалека я стрелял. Но я попал раза 3, наверное, по нему. То есть в этого где-то я 10 раз попал. Вот сейчас. Ладно, понял. Хорошо. Читак. Ёпта. Ёпта. Блять. Я аж дернулся даже немножечко. Удивился, блин. 8 попаданий в голову. Нормально? Вид. Блять, ну оно не регает чат сегодня, я не знаю. Может быть, 5.56 сегодня проблемы какие-то есть? Помните, в том рейде тоже Сауга 13 попаданий типу. Тип просто меня убивает. Кстати, снова 13 попаданий. Минус одно попадание, которому я сделал боту. Получается, 12 попаданий я нанес. Броня у него опять ничего не дефнула. 490 урона. Они 5.56 сломали или... серверам просто плохо, я не пойму. Читак. Блин, я как знал, чат. Как знал. Ну а вы, чат, расстраиваетесь, что я не умираю. Вон, пожалуйста, смотри. С нами же он сбросил. Сбросил? Угу, прям над нами. А, да, он просто не поворачивал и это. А у тебя моя, где дымовая граната, ну, упала где-то, ты знаю. Говоришь? Не, я слышал звук этот, когда чеку. А вот тут у тебя в воздухе она не висит случайно у меня над головой вот прям? Здесь. Да нет, вроде нет ничего. Нету, да? Сейчас я спущусь. Куда дроп упал, блядь? Он еще не упал, летит он. Мысли, он резко так... Он летит, он куда? Что, блядь, за колдунство? Тут граната в воздухе висит. Да, дроп, конечно, по... Ой, тихо. Блядь. Что такое? Это идет? Да нет, вроде. Ну, показалось, но вроде нет. Ладно. Хоть что-то полезное в дропе было, действительно. Давай, подавляй, вид, подавляй! Не оторвемся, брат, оторвемся. Давай, давай. Я гранат сейчас кидать начну, давай. Даня, сверни где потише. Простите, что? От чего я умер, чат? От кринжа? Голова, уши. Ага. То есть все еще, да? Понял.
Стримы стараюсь проводить каждый день, по будням, иногда даже выходные во второй половине дня. Вся движуха в основном происходит на Трово с чатом, там всякие боксы, эвенты. Поэтому, кому интересно, чем мы тут занимаемся, регайтесь на Трово, залетайте в чат. Там же, кстати, и прошедшие трансляции есть. Если вдруг YouTube влетает за музыку, и на YouTube они недоступны, то там они будут. Ссылка будет на канал в описании под видео.